Ирочка аккуратненько. Какая бабушка? Мне 19 лет. Ну, добро пожаловать. Старый ветеран. Здравствуйте, ребятки. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, дорогие ветераны, в преддверии великого праздника, 71 год, со Дня Победы, хочется от имени клуба поздравить с наступающим праздником и поблагодарить за то, что вы сделали и для страны, и для клуба, и стране отдали многие годы, и здоровья. И, ну, наверное, выпьем за победу, за генералиссимуса, как здесь говорили, да, генералиссимус, кто привел к этой победе. И еще раз, ну и наши скромные подарки. Рух Якубыч, спасибо вам большое. Да сидите, сидите, не вставайте, да. Цветы, спасибо. Студия. Видите, карман. Цветочки тогда. Нигман Закирович. Да. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Руку вашу мужественную. Рука мужественная. Спасибо. Вам спасибо. Людмила Васильевна, спасибо вам. Цветочки. Ну, вот в отце спорта я занимался старшим электриком. По сравнению с тем, что когда я работал, здесь уже изменения колоссальные произошли. В самую лучшую сторону. Колоссальные. Дворец изменился в облике. Ну, я с таким воодушевленным чувством приехал. Благодарен руководству, что пригласили. Ветеранов не забыли, позвали для чествования здесь. Вот и все.